В Байкальском государственном университете прошло торжественное награждение участников, отличившихся на 4-м национальном межвузовском чемпионате WorldSkills. Престижный вуз не пропустил ни одного ежегодного конкурса и был представлен сразу в нескольких компетенциях. Мы являемся активными участниками движения WorldSkills в регионе. Мы работаем на всех уровнях и юниорских, и основной чемпионатной линейки. Поэтому здесь вот именно лидерские позиции мы упрочиваем и, соответственно, эту работу ведем. На этот раз медали за профессионализм получили участники компетенции «Программные решения для бизнеса, предпринимательства и администрации отеля». Участие мое в WorldSkills, то есть позволит мне в будущем, если я выберу все-таки как сферу деятельности работу в отеле, потому что я уже приобрела все необходимые навыки, которые могут мне помочь в этом. То есть в том числе и навыки владения иностранным языком. В чемпионате участвовали более 500 студентов высших учебных заведений из 39 регионов России, а также иностранные конкурсанты, представляющие вузы 24 стран в 63 компетенциях. WorldSkills – это интересно, выгодно и престижно. Для ребят, помимо того, что это опыт ведения предпринимательской деятельности, это, конечно, большие бонусы в системе Союза WorldSkills. Каждый из них уже получил Skills-паспорт. Это аналог диплома о высшем образовании, фактически, признаваемый на территории Российской Федерации многими работодателями. Поэтому сейчас они подтвердили свой уровень владения вот этой компетенцией для всей Российской Федерации. Сегодняшние победители не просто участвуют, оценивают свои силы и получают профессиональный опыт. Они используют возможности конкурса для реализации своих идей и даже успешно развивают собственный бизнес. За время проведения самого мероприятия мы перешли к стадии реализации этой бизнес-идеи. Мы сделали тестовые продажи первые, и на данный момент мы реализуем эту идею. И в ближайшем времени мы уже планируем открыть свой собственный бизнес, зарегистрировать, соответственно, на ИП и сделать все официально и продолжать развивать ее. Финал чемпионата проходил с 1 по 7 декабря 2020 года в дистанционно-очном формате, и вчерашние конкурсанты уже готовятся к новым испытаниям. Тем более, что это реально помогает им и в работе, и в учебе. Мне это помогло во многих предметах, то есть сейчас у меня идут и менеджмент, и экономика разная, и бухучет в том числе. У меня уже есть практические навыки этих теоретических предметов, которые нам сейчас преподают.